Всем доброго времени суток, дорогие друзья, собачки все погуляли, до завтрака им осталось полчаса, а мы с Миледи занимаемся. Везде на выставках говорят по поводу запястья. Вот мы на горке. По-любому гравий хорошо, но дорожка, посмотрите, пожалуйста, какая она фигуристая. То есть тут есть все необходимое на дорожке, поэтому мы предпочтение даем дорожечке. А перед сном, конечно, на гравий. Миледи, входим, идем, молодец, сейчас я камеру поправлю. Нет, миледи, давай, молодец, иди на дорожку, давай, ай, хорошо, 10 раз, иди сюда, иди, моя девочка. Иди, моя красавица, вот так, молодец, туда-обратно, по 10 раз, я ее придерживаю, чтобы она, нет, миледи, так не пойдет, не хитри, на дорожку, давай, на дорожку, вот так, молодец, то есть мы сейчас походим, и полчаса у нас плавание. Занимаемся, продолжаем, а в обед у нас приезжает Виктория, также продолжаем заниматься. Плавание у нас через день, а Викторией занимаемся в понедельник дома и четверг в зале фитнес для собачек. Мы готовы, натяжитель, жилет и вот так фиксируем, чтобы никуда не слетело, видите. Все, он держит. Погружаемся в воду. Давай, девочка. Да, молодец, хорошо, плывем. Давай, выравнивайся. Ай, хорошо. Полное спокойствие, дыхание нормально. Миледи, плыви ко мне. Давай, девочка, плыви ко мне. Плыви. Сейчас я туда ее закину, игрушечку. Значит, как она работает? 7-8 минут бесперерывно плавает, минуту-две отдыхает. Потом 3 подхода по 7, ну, в итоге получается 20-25 минут с 3 подходами и с отдыхами. Пока без жилета она не плавает. То, что собака умеет плавать, никто в этом не сомневается. Здесь задача не научить плавать, потому что она умеет плавать. Задача работать с натяжителем в лапке. Если отпускаю, она, естественно, выходит. Мы работаем, все работаем. У нее 2-й подход. Миледи, возьми. Давай, плыви, бери, доставай. Молодец, давай, работай. Бери мяч. Где мяч? Видите, спокойные глазки, работает, дышит прям четко, как настоящий спортсмен, носом, чтобы не уставала. Важно, как она лапками работает. Эй, давай ко мне. Давай быстрее. Давай, Миледи, работаем. Давай. Ай, хорошо. Ай, молодец, Миледи. Плыви, девочка, плыви. Молодец, хорошо. Давай, работай. Отлично. Хорошо, очень хорошо, Миледи. Молодец, девочка. Работай. Давай лапками все. Уже задние лапы намного лучше. Если кто помнит, как первый раз лап, неуклюже были, уже сейчас отлично. Давай к выходу, выходу. Отдыхаем. Давай, быстрее. Работай. Быстрее. Еще быстрее, миледи.
Быстрее, говорю! Ай! Быстрее! Ай, молодец, девочка! Ай, хорошо! Супер! И короне пошла своя, видите? И короне. Миледи, молодец! А в чем наш успех? Что она, выходя из бассейна, не убегает, не ломится. Это уже хороший результат. Чьи собаки плавают, тот понимает, о чем я говорю. Кому-то может показаться, что такого, вышел и вышел. Нет, если собака стрессует, ей не нравится, они выходят, или как в первые времена, она забивалась туда, или выбегала там в раздевалку. Иди ко мне, мое солнышко, иди. Перекур, хотел сказать. Отдых 2-3 минуты и опять в воду. Давай, ходи. Мадемуазель, а вы не хотите посмотреть, как она смотрит, когда говорит, мадам? Мадемуазель, вы не хотите? Вы не отдохнули? Может опять? Может снова? Может заново, миледи? Может ты сама пойдешь в водичку? Зайдешь? Хочет, хочет плавать. Нравится. Ой, поцеловала всех вас. Обратили внимание? Миледи, пойдем плавать. Миледи, пошли плавать. Пошли. Пошли. Давай. Ой. Давай, 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 плавать, 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 плавать. Молодец, иди плавать, иди плавать. Давай, молодец. Сейчас погружу в воду и подключусь. Выполняет команду ждать. Сейчас мы с середины будем плавать, я погружаюсь также в воду. Ну, снимать, дорогие друзья, не буду. Мне это неудобно. Заодно и я поплаваю с ней, и она поплавает. Так что, смотрите. С этой стороны ей ближе к выходу. Смотрите, она сейчас плывет к выходу, видите? Не идет к бортику, а идет к выходу. Давай, 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 работаем, работаем, работаем. Работаем. Сейчас буквально пару минут для вас поснимаю и... Миледи, миледи, ко мне. Ко мне, на выход. На выход. Давай, 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 на выход работаем. С натяжителем сделать, без натяжителя не хочу, боюсь, не дай бог, что не сорвет. Миледи, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Давай посерединке, давай, 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 давай. Иди ко мне, давай, плыви, плыви, моя девочка. Вот так работаем, работаем, работаем. На выставке, ну это по булям говорили, что нам необходим бассейн, бассейн. Смотри, сейчас дам. Миледи, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, давай быстрее, 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 работай, работай, работай. Ай, хорошо, работай, работай, работай. Молодец, молодец, миледи. Хорошо, как она правильно дышит, вот дыхание, она не открывает пасть, ртом, память, носом. Вот как настоящие профессиональные спортсмены, дышит носом, бережет силы. Молодец, миледи, ко мне, ко мне, миледи, миледи, давай быстрее, быстрее, ко мне, плыви, 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 давай быстрее ко мне. Хорошо, девочка, хорошо, молодец, работаем, 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 работаем. Надо подбадривать, вы что, надо подбадривать так, как вот людей подбадривать, то же самое собачек, даже собачек гораздо больше подбадривать. Давай, 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 девочка, плыви, плыви, моя хорошая, давай, 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 работай. Хорошо. Ну все, дорогие мои, я отключаюсь сейчас к ней, с ней вместе поплаваю. Ждите занятия с Викой. Боська, Боська. Ухтышечка. Она после бассейна на улице со старшими гуляет. Франчик, привет. 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 Нерочка погулять хочет. А она уже домой хочет. Погуляла, выгуляла. Самое главное, после бассейна быстро на улицу, чтобы ничего не сделать. Открывай, открывай, открывай. Открывай, миледи, открывай дверь. Открывай. Давай, 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 открывай, заходи. Открывай, заходи. Все, сейчас время завтракать. Она, конечно, позанималась и хочет позавтракать. Бочка важная, важная. Я пока старших покормил. Время 8:10. Я пока старших подкормил. Я их тоже приготовил. Сейчас покажу и расскажу, что я приготовил. Что у нас тут? Говядина, коллаген, огурцы,
перепелиные яйца и оливковое масло. Это завтра чемпионки. После такой работы, ей надо очень-очень вкусно поесть. Ну, можно! Приятного аппетита! Конечно, после такой работы она будет с таким аппетитом есть, что... О, мама, не горюй! Бассейн. Обратите внимание. Вот здесь уже выявляется. Потихонечку. Маленький, но выявляется уже. Попочка, ну, зачетная. Все как положено. Давай. Еще раз повторюсь, завтрак должен быть плотным, вкусным, полезным. И старших покормил. Сейчас они все дрыхнут, а я поехал по своим делам. Всем продуктивного, хорошего, бодрого дня. Не надо поработать до обеда. В обед приедет Вика и наблюдать, как Вика занимается. Молодец. Все, видите? Даже мыть не надо. Место. Миледи. Миледи. Место. Миледи, место. Молодец, хорошо. Миледи, ты молодец. Послушай нас, за это тебя вознаграждаем. Я приехал. Сейчас пока Вики нет. Нельзя. 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 Можно? Подойдем, посмотрим, как она жует. Травки ей хочется поесть, погрызть. Пусть почешет зубки, десна почистит, зубы почистит. Грызет. Ты чего не грызешь? А ты чего свою ложку не грызешь? Что, красавчик? Грызи, грызи, давай, давай, грызи. Не забираю я тебя, грызи, это мой взгляд. О, ты что, ты кого пугаешь-то взглядом своим? А? А болтус? Да не отстану я от тебя. И чё, что ты трапезничаешь? И чё? И чё? О, какой грозный мальчик. Ой, боюсь, боюсь. Смотри на этот взгляд, а. Видите, брыли ему помогают, чтобы ничего не отлетало. Чтобы не пачкал пол. Вот для чего ему брыли нужны были.
14:39. И повторюсь, путь к чемпионству, он нелегок. Вот они. Вот они, у нас, дорогие мои. Когда выйдет этот ролик, мы будем на монопородке Питбули, тут в Москве. То есть вы смотрите ролик, а мы в этот момент, вот в данный момент, когда вы смотрите на Викторию с Миледи, они бегают сейчас по рингу, чтобы на следующий день вы увидели выставку Монка. Миледи записана на 3 выставки. Будет уважаемый эксперт. Ее мнение нам очень важно. Мы в бебиках мнение эксперта узнаем. Что говорят, над чем работать, как работать. Да, я вот показал чуть ранее вот этого ролика, несколько минут назад. Люди увидели, что мы там на коврике, запястье, занимаемся. Риколь, вот тебя то, что про тебя там пишут, я думаю, у тебя времени нет читать в комментариях. Но мама, наверное, тебе передает иногда, что там пишут. Я спалил, то Вики рассказывает про ролики. Все, все. На самом деле говорят, она все знает, она ничего не смотрит, ничего не читает, но все ты про, но конечно, конечно, я тебе рассказываю. Викуль, спасибо тебе огромное от наших подписчиков, потому что то, что ты делаешь, на самом деле без юмора, без шуток, люди, ну просто в восторге. Не только люди, я сам в восторге. А восторг, вот он, показательно, вот он стоит, вот. Сегодня недолгая, да, тренировка будет, Вик? Чтоб не забывала чуть-чуть, дорогие мои, да. Но она сама идет, вот. Поснимаю сегодня для вас обязательно и графчика, и самурайчика. Молодец. Как они занимаются, как они готовятся. То есть, чтобы вы понимали, если мы в четверг едем туда, к Вике, в зал на фитнес, да, кого-то везем из собачек, это не значит, что мы дома ими не занимаемся. Просто я еще раз говорю. Не все снимаю, иногда перед выставками Вика не разрешает снимать. Какие-то волшебные, как колдует маг. Ты маг или кто? Не, волшебница ты. Ведьма, ведьма. Ну все, пусть занимаются, тогда не буду их отвлекать. Хороши, девчонки, хороши. Дорогие друзья, ну что мы получили на графулю? Юный чемпион России, юный чемпион СКОР. Заслуженно. Мальчишка готовился, старался, работал. Сложно было, вы все прекрасно знаете, через какие сложности, но трудолюбием, занятием мы добились вот этого результата. Если обратите внимание, дата выдачи 23 апреля. Я думаю, что вы знаете, какого числа родился граф. Ну, 24 число для меня такое, не очень хорошее. И почти в день рождения он получил юный чемпион России, юный чемпион СКОР, а также, дорогие мои, юный чемпион России, наша Хомочка. Вот эти дипломы заламинируются. Все это заламинируем в рамочке и повесим. Да, немало здесь трудов, сил, занятий и так далее. А также юный чемпион России по РКФ, юный чемпион РКФ, юный чемпион СКОР, юный чемпион России по версии СКОР, это самурай. Самурай документы по СКОРу ожидается. РКФ мы получили и по СКОРу ожидается. Так что, дорогие мои, вот такие у нас чемпиончики. И это тоже все уходит в ламинат и в рамочку. Скоровские будут, по-моему, если я не ошибаюсь, через 10 дней. Время 16:20. Неважно, дождь, не дождь, мы занимаемся. Графуня, графуня, ну покажи, как ты все это время занимаешься, а то я тебя скрываю, скрываю, не показываю. Но как граф на ринге, Вик, никто так не может, скажи. Какая у него, ай, как он красивый, ай, как, ну конечно... Передвигается по рингу он. А она прям с ним пляшет. На этих. Скоро, дорогие друзья, наберитесь терпением. Сенсация будет. Граф на выставке.
Вот так вот. Но, конечно, я вам скажу так, как он на ринге себя ведет, как он стоит, как он передвигается. У него даже хвост не шевелится, обратите внимание, как он замер. Естественно, это заслуга нашей Виктории, труды. Вот сейчас вот... Ну, все занимаемся, конечно, труды. Да? Ну, я ему дал тогда, ты сказала, почистили, но я просто не боюсь, не хочу наркоз делать, Вик. Ну, ближе к осени сделай, Вик. Да, тут жесткие давать. Ну, здесь мячики всякие. Есть всякие канаты. Да, хорошо. Все. Все. Дорогие друзья, он просто занимался. Сейчас Виктория с ним пробежится. Они ходили. Сейчас на улице идет дождь. Мы стоим под дождем. Вот он, занимаются они. Да, он реально порхает, как бабочка. Вот такие ноги идеальные. Да. У него лучше... Он вчера у меня прям плавал, прыгал. Завтра утром и он, и Миледи у меня перед выездом, мне надо по делам выехать. Они будут прыгать тут на площадке. У них прям завтра такая хорошая тренировка. Ни грамма жиру нету. Да, Виктория? Да, хорошо. Он высушен, так что вот обратите внимание, что им полностью занимаемся. Ни дня без тренировок он. Ну вот можете вот сами вот так я приближу. Посмотрите просто, какой он сейчас. Какая спинка, какие ножки. Вик, собери рукой брыли, я так сниму его. И здесь ранец ты мой. Это что за морда такая слюнявая, а? Это какие глаза? Ну, глаза скажи. Глаза, это просто. Глаза. Одни глаза можно первое место. Тебёнчик мой. Он готовится, он прям натренированный у меня, натасканный он у меня прям ух. Давайте сейчас навстречу побежим к нему. Давай еще раз, Вик. Да не-не-не, на раз, два, три, подожди, отойди. Камере интересно. Раз, два, три, пошли. Ты мой красавчик. Это, дорогие друзья, мы делаем для того, как... Как он сразу, да, сам встает? Это мы делаем на ринге, когда бывает столкновение. Собаки притормаживают, что-то, чтобы он... Но он прям, знаешь, как он как автомат Калашников. У него все четко. Чик-чик-чик-чик-чик-чик и все. Если хочет. Ну да, если хочет, конечно. А куда он денется? Разное бывает. Что, мордочка? Мордочка. Понедельник Виктория приезжает к 12 к часу, уезжает от нас в 18.00, что вы просто понимали, сколько времени мы в понедельник тратим на собак. А если меня нету дома, то у Виктории есть все ключи от нашего дома. Даже от сейфа пустого. Ух, какой мальчишка, а? Работа, работай. Любишь работу? Вот и работай. Стоять. Да. Молодец. Хорошо. Молодец, мальчик. Ну все. Поснимал для вас. Дальше без... телевидение, без камер, продолжаем, занимаемся, идем. Не переживайте, я вам заранее скажу, когда граф выставлю. Дорогие друзья, он у меня чемпион России, чемпион скор. У него все нормально, титулы есть, мы просто готовимся и готовимся, вот и все. А и все я проинформирую. Все, увидели, что он в хорошей форме, хорошо занимается. Что это значит, что его тренировки продолжаются ежедневно. Викуля, я что-то не понял, а что этот перец под навесом занимается? Потому что он перец. Не хочет, представляете, под дождем не хочет заниматься, он должен... Ему некомфортно под дождем, он...
Но ты мои швейцарские часики. Ты мои швейцарские часики. Какой важный котяра в линке. Вот куда мне надо было его на чемпионат России везти, дорогие друзья? Посмотрите. Мир лучше выглядит. Эстерьеров, да, говорят? Или? Правда, да. Да, чем этот? Подергал. Посмотрите на его задний спойлер на заднице. Смотрите, это, ну вот так. Вот, знаете, вот, поэтому мне сложновато с шерстяными слабаками. Гладкошерстные удобнее. А вот шерстяные... Да, тряпочки протер, так, или там специально такой варюшкой протер, причесал все. А вот этих задницу под клей, перед под клей ему. Но он в хорошей форме, он также занимается, все хорошо, все под контролем. Но противный, но когда есть у него настроение, лучше него никто не занимается. Самох! Зюбрить. У него чистые, да? Да. Ну, граф это жрет все подряд, ну все подряд жрет. Все эти поливочную систему он мне разрушил здесь дома. Ну это не от этого нужно. Не, вообще говорю, все подряд жрет. А чего у него может быть? От мяса как может быть так, Вик? По-разному бывает. И от какой мали, все подряд. Только у него, у всех белые, только у него такие стали. О, великий Самоха, о, великий сенсей-японец, какой же ты хороший. На лицо, конечно, у него. Морду корчит, конечно. Это не морду, у него лицо. Человеческое, да? Ах, какая мускулатура, а. Благодаря маэстро твои мускулы стали видны, самурай. Маэстро. Дорогие друзья, обращайтесь, у кого шерстяные собаки, маэстро грумер у нас от бога. Он прям перед выставкой вам такой марафетный ведет. Ох, как он стоит в стойке, а. Ничего, 2-3 недели обрастет, да, Вик, где-то? Не знаю. Ну, когда вот так не было его в таком виде вести на чемпионат России? Подумали бы, это кошку привез какую-то. Дорогие друзья, продолжим обсуждать. Вот сколько, да, ему уже? Почти в августе 2 года будет, он все равно этой башкой свою трясет, когда ему рейгонку надеваешь. Вот я видишь, как у него вообще и, Вик, на выставках замечаю, что практически все сибы вот так трясут башкой. Вообще, он для сибы имеет очень хороший характер. Для сибы хороший характер имеет? Ну, в отличие, да, попадались нам. Да, много казусов с сибами на рингах бывает, но я обожаю эту породу. Еще раз повторюсь, дорогие друзья, порода в стае не уживается, но если у вас, вы хотите одного питомца, я не советую, я говорю свое мнение, идеальнейший. Ну, понятно, что питбулю надо уделять столько внимания, столько времени, ему, конечно, нет. И с ним тоже занимаемся, но ему такие физические нагрузки не нужны. Он с лордом... вечером побегает, вот он и получил свою физическую нагрузку. И в стоечку встал сразу. Ну, блин, ну что за пес, а? Ладненько, мы продолжаем занятие. У нас еще 1 час до окончания занятия. Всем спасибо. Всем доброго времени суток. Хотите почувствовать те эмоции, которые каждое утро получаю время... 5.31, 11 июня. Она уже просыпается в это время. Посмотрите на реакцию, когда я захожу с утра к ней. Доброе утро! Доброе утро, моя красавица! Это что за красивая девочка такая? Это что за куколька? Это что? Вот так у нас утро начинается. Доброе утро! Добрая моя девочка сладкая! Моя куколька! Ой! Ой! Вот такие эмоции я испытываю каждое утро. Вот каждое утро. Привет, привет, солнышко мое. Да,
да, хорошо. Давай лапку, давай, давай лапку, дай пятерочку, Ой, ты стойся, красавица такая. Миледи, гулять, быстро гулять. На, мужчина, парниша. Кто-то сидит. А у меня нормально, их режим. Сидеть, сидеть, сидеть. Граф, сидеть, ждать. Ждем. Ждать. Давай потихоньку что. Сидеть, граф. Сидеть. Ждать. Ждем. Граф. Можно? Давай, 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 гуляем. Давай, иди за санкой, иди за ней. Иди, сейчас чумазая вся придет. 45 минут прогуливаются они. Мы идем с ними на тренировку. Оба сегодня будут заниматься на спортплощадке, а остальные будут пока гулять во дворе. Яблони вкусные, да. Идите. Все у вас хорошо, детишки? Вот так самуха пришел, разрулил все как положено. Пиздик в теме. Лордик балбесик. Он с утра всегда такой борзенький. Гуляем, детвора. Гуляем, гуляем, гуляем. Все гуляют. Граф и миледи на площадке спортивной. Пока они гуляют, их можно спокойно оставлять. Я пошел заниматься с питбулями. Хомочка у нас на голодание, потому что у нее ложная. Сегодня 2 дня не будем кормить, только на водичке. Для чего это делается, кто не знает, при ложной беременности. Собака думает, что она беременна, у нее набирается молоко. Чтобы такого не было, и мысли были только о еде, поэтому мы вынуждены ее посадить на голодовку, чтобы она думала только о еде. И плюс еще препарат. Препарат называть не буду, дорогие друзья, мало ли, люди, не понимая, могут дать, и не дай бог, что-то с собакой случится. Это все мы советовали с ветврачами, не со своей головы. Поэтому бомбочка у нас только 2 дня на воде. Препараты почему не называю без ведома врача? Потому что могут быть аналогичные ситуации у вас. Вы не разобравшись, может это не это. Взяли, дали таблетку, и с собакой что-то случилось. Так что вот так вот. Боська, ты за старшего. Я пошел заниматься. Договорились? Ты за старшего. Все, наблюдай за своей стаей. А я пошел к питбульчикам. Как они красиво стоят. 6:16, пока подготовили. В 6:30 мы начинаем. Занятия продлятся 40-50 минут до часу. Продлятся, потом они отдыхают. И завтрак. И все. Сегодня у нас вторник. Завтра у нас праздник. Так что, дорогие мои, предвыходной день. Маленькая пятница. Пусть они поиграются, да, поиграются. Но они тренироваться хотят, они заниматься хотят. Без моей команды ничего не выполняем. Вам слышно? Ничего. Ожидаем, играем, прыгаем, барьер, апорт, ТТ, конь, не конь. Все понятно вам говорю? Миледи, тебе понятно? Ждем по моей команде. Сейчас мы поставили 5 барьеров, перекладин, или можно назвать так.
Ждем. Апорт! Молодцы! Молодцы! Миледи! Миледи! Ждем. Без моей команды ничего не делаем. Ты меня понял? Ты меня поняла? Ждем. Будем прыгать. Ты, высота не твоя. Это я для Миледи делал. Понимаешь? Ты просто ей показывай, как правильно прыгать. Она научится. Потом также научишь ее в бассейне прыгать. Ты меня понял? Молодец. Хорошо. Сидеть, граф. Граф ко мне. Граф ко мне. Ко мне. Сидеть. Миледи, сидеть. Ждать. Ждем. Ждать. Играй, миледи. Барьер. Молодцы. Ай, молодцы. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Дорогие друзья, высота 5 перекладин для миледи это новая. 4 она уже берет спокойно. Мы начинали с 2, с 3 до 5. Я больше не хочу, потому что она еще маленькая. Сейчас покажу, что они делают. Вот пошли занятия такие с канатиком. Она ему не уступает. Молодцы. О, как она сама, видите, уже в игровой форме. Вот почему очень хорошо, когда у тебя два питбуля одной породы. Неважно, сук... Ну, не, это важно, что два взрослых кобеля. Это страшновато для питбуля. Вот когда сука с кобелем, вот посмотрите как. Они друг друга много чему обучают. Ой, красиво как прыгает. Сейчас я поставлю пятую. И вот так, в игровой форме. Объясняем. Ух, ух, как она схватилась. Ну, я вот аккуратно, чтобы, не дай бог, она челюсти не повредила. Прикус не повредила. Знаете, вот эти занятия, то, что вот смотрите, да, вот просто типа они бегают, но на самом деле это такие самые классные занятия. Он на ее проверяет, на реакцию, обманными путями идет. Ой, молодец. Он очень нежный, он очень аккуратный, он понимает, что это щенок, он очень аккуратно с ней играет. Вообще, ну, в этом Гравчик, конечно, умничка. Дорогие друзья, с Днем России вас. Это для нас сумасшедший праздник. День России. Поздравляю россиян, людей, которые живут, россияне, но не живут в России. Вас тоже всех поздравляю, кто душой и телом переживает за нашу страну в столь сложное время. Мы обязаны быть друг рядом с другом. Неважно, согласны мы там с теми или с иными. Россия есть Россия. Я еще раз говорю, повторяюсь. Я люблю Россию, но я не говорил, что я люблю всю верхушку, всю власть. Или уважаю, или принимаю их мнение как за правильное. Нет, конечно, я такого не говорил и никогда не скажу. Но я за нашего главнокомандующего в столь сложное время. Все, канатик разобрали. Это питбули, ничего страшного. Вот так они будут играть. Малышка не отстает, я очень рад. Ой, Гравчик, как же он хорошо тренирует вообще, ну красавчик. Самому делать ничего не надо, просто снимай, говори, говори, а они пусть занимаются. Все, сейчас остановлю и опять прыжки. Доброе, Ром. Доброе. Белка, привет. Чуть не гавкой, да, она уже на них? Или это настроение у нее просто хорошее? Ну, еще не выстрел. С праздником тебя. Да, ролик завтра выходит, прям в праздник. С Днем России. О, белка не лает, странно. Дорогие друзья, кто не знает, Амстаф. Сука, Амстаф. А сколько ей, Ром? 3 года. Привет. Слушай, а поиграть никак, да, с ней вместе они? С кобелем, пожалуйста. Хочешь, я ее привяжу? Пусть они попрыгают.
Потом с тобой сделаем это. Потом с ней. Вот тебе, пожалуйста. Слушай, а девочка, она. Посмотри. Что? Игрушку, видишь, он игрушку играет. На. А, тоже. Я не жадный, возьми. Ну давай, хочешь, мы уже заканчиваем, в принципе. Заходите, занимайтесь. Не, мы пойдем погуляем. Мы же после операции перестали прыгать. Нельзя, да, так? Давайте, вам здоровья. На связи, Тодором. Удачи. Спасибо, взаимно. Так, миледи, сидеть. Так, а ну сидеть оба, сиди. Ой, обратно игрушку. Испортил мне Рома все. Ты посмотри, Ром, как он ее тренирует. Вот просто можно стоять, он все сам делает. Да. Да. Графонь, спасибо, что научил, учишь, обучаешь. Сейчас берем высоту. Миледи, сидеть. Сидеть, миледи. Сидеть. Хорошо, ждать. Ты эту высоту не берешь. Мы сейчас с графчиком. Ты сиди, жди. Не дергайся с места. А ты, граф, будешь брать эту высоту. Посмотри, что будем заниматься. Он уже набегался, конечно. Граф! Барьер! Ой, как красиво! Ай, молодец, мальчик! Нет, миледи. Нет. Граф! Молодец! Граф! Граф, вот! Граф, возьми! Ай, молодец! Граф, возьми! С места! Ай, красиво! Ай, молодцы! Дорогие друзья, на этом наши занятия подошли к концу. Мы не больше 40-50 минут занимаемся. Тем более, что вы понимали, занятие не только заключается в прыжках. Вот все, что вы сейчас видите, они делают. Это тоже занятие. Перетяжка каната, бег, резкие движения вправо-влево, реакция. Очень прям удобно с графом, когда мы занимаем. Прям очень комфортно. Он молодец. Он молодец. Очень аккуратен. Вы обратите внимание, вы понимаете, что это щенок. Он не делает вот эти... Когда он один, вы понимаете, какие он резкие движения, такие диковатые делает, может раздавить, ударить он все колени. Икра, мышь, как это... Короче, икры наши все на ногах разбивает, бьет. Ну, не специально, понятно. У него столько азарта. Вот и все, чтобы вы понимали. Вот мы позанимались с утра, и все. Сейчас пойдем отдыхать, остальных закрывать вольеры, готовить им вкусный спортивный завтрак. С утра им надо хорошо после таких занятий, столько энергии выплеснули они. Смотрите, граф так дышит, а ей все равно, она понимаете. Но все нужно и необходимо делать с головой. Дорогие мои, я не спрашиваю ни у кого советов, что как делать. По необходимости, если мне нужен совет, я постараюсь позвонить специалистам, а не диванным критикам, которые лучше разбираются во всех породах, которые есть во всем мире. Спасибо вам тоже отдельно. Графуня, молодец. Ну, еще чуть-чуть. 5-10 минут побегают, а я пока соберу, все это разложу на свои места, аппаратуру свою заберу, они пусть бегают. Спасибо всем. Мы зашли, вот графчик, вот вся моха. Да, я его держу, дорогие друзья, я один, на поводке я держу, не дай бог. Вот все наши питомцы. Все, граф, хватит нюхать. Смотрите на мышечную массу, когда он напрягается. Все, пошли, Валер. Пошли, мой мальчик, пойдем. Рядом, граф, рядом. Рядом. Молодец, хорошо. Пойдем, Валер. Сейчас я всем завтраки приготовлю. Время 7:29. У меня ровно 30 минут приготовить всем завтрак. Ну, у меня все разложено уже. Так, миледи, граф, творог. Перепелиные яйца, сметана, кальций, кефир. Это спортсменам. Остальным говядина, она таяла. Тыква, оливковое масло. Тыкву я отрезаю вот по столку, потом закрываю пакетиком в холодильник, потер на терочке, делаю вот в эту общую миску. И потом иду раскладываю. Ну, когда ты не снимаешь там или ну, в домашней обстановке ежедневной, мы вот эти миски сюда не раскладываем.
Просто покажу, как я этим двоим делаю после спорта. Все, у меня ровно 30 минут. Я уложусь за 20 минут. 10 минут у меня попить кофе. И ровно в 8 утра всех кормить. Я графа с миледи покажу, как кормлю, потому что им не надо покормить. Их выгулить и уехать надо мне. По делам сегодня короткий день. Надо доделать, чтобы завтра спокойно на выставке. А вы уже смотрите ролик, да, вы смотрите ролик, а мы находимся в данный момент, ну не в данный момент, через пару часов, 2-3 часа мы поедем на выставку. Всем спасибо. Ждем, молодцы. У графчика естественная порция. Можно? Приятного аппетита. У графчика естественная порция больше. Без комментариев, смотрите. Обратите внимание, как они аккуратно едят, никуда не торопятся. Это завтрак спортсмена. Еще раз напомню, кто не услышал, что там. Сметана, творог, кефир, кальций, перепелиные яйца. У графа где-то порция больше 500, 600 где-то, у миледи 250-300. Всем приятного аппетита, хорошего, бодрого дня. Еще раз с праздником, с Днем России всех. Сейчас их покормлю. Вернее, они уже едят. Остальных покормлю, у меня говядина. Уезжаю, маэстро приезжает, буквально скоро подъедет, выгулит их всех. У меня сегодня тоже короткий день рабочий. И также сегодня, пока буду ехать по делам, выберу победители на конкурс «Дачник». Спасибо всем большое, кто отправил свои огороды, сады. Просто такая красота, как у вас чисто, аккуратно. Конечно, не у всех, но большинство просто сказка. По всей России отправляет видео огородов. Нет, граф, нет! Огородов, дач, сады свои. Как все красиво посажено. Очень много людей друг от друга научились. Телеграм-канал, конечно, у нас кипит. Настолько вы классно отправили, что у меня память в телефоне закончилась. Пришлось удалить личные материалы, чтобы посмотреть все. Дорогие мои, не огорчайтесь, кто не победил. У нас конкурсы такие, что один победитель на следующем конкурсе не участвует, чтобы всем достались призы. А также мои родственники, знакомые, друзья не участвуют. Так что всем спасибо, кто участвует. Очень приятно. Впереди нас ждет фен Dyson розыгрыш. Танец живота, а в августе iPhone 15 Pro Max, самый крутой, с терабайтом, ну, короче, самый. Участвуйте, и еще раз скажу, кто у нас активно не участвует в Телеграме и на YouTube-канале, извините, но мы этот конкурс делаем для наших постоянных подписчиков, которые всегда в сложности, в легкости, всегда с нами и рядом с нами. Так что не огорчайтесь, участвуйте, и когда-нибудь и вам повезет. Всем спасибо, ждем розыгрыша. Время 8:17, она уже спит, поела, занималась, поела и уже спит. Вот так по режиму у нас все идет. По-другому не получается, если ты хочешь добиться каких-то результатов. Это второе, а первое — это здоровье наших питомцев. Всем доброго времени суток. Дорогие друзья, дорогие подписчики,
Хочу всех поздравить с праздничком Днём России. А так мы вот приготовимся к выставке. Вот наша королева. Корону одела уже. Все хорошо, у нее все отлично. Ну, посмотри на меня. Стой, 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 не тяни меня, не тяни. Вот так, стой. Передай всем привет. Поблагодари всех подписчиков, кто тебя поддерживает. Она говорит, не будет это самое подвести нас. Ну, я думаю, да. Да, ухтышка, ты у нас серьезная мадемуазель. Серьезный мадемуазель. Смотрите, дорогие друзья, как ей идет эти ушечки. Посмотрите, какая она красавица. Красавица, миледички. Ухтышечка наша. Так что еще раз праздничком. Держим кулачки за нашу ухтышку.